Здравствуйте, дорогие гости. Сегодня смотрю квартиру на первом этаже дома в Камбругамуве. Однокомнатная квартира. На втором этаже две комнаты. Они тоже сдаются. Можно, в принципе, взять весь дом, три комнаты в аренду. А можно взять только первый этаж, так как они отдельные. Гостиная. Лестница на второй этаж есть, но там дверь наверху закрыта, в общем. Сейчас здесь хозяева живут, поэтому будут какие-то вещи их, которые они уберут, конечно. Большой диван, телевизор. Вот эта комната, дверь будет закрыта, там вещи хозяев. Зона столовой. Одна спальня сейчас. Двуспальная кровать. Здесь хозяева живут, поэтому вот так. Шкаф, кондиционер, телевизор. Санузел один. На спальне один санузел. И кухня. А кухню приберут, конечно. Но, в принципе, и так все в хорошем состоянии более-менее. Кот в подарок, да? Вот, тебя оставляют?